Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта военноедело.ком. Столтенберг намерен обсудить с Макроном его заявление о смерти мозга Альянса. На конференции в Брюсселе, прошедшей во вторник, 19 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности на следующей неделе обсудить с президентом Франции Эммануэлем Макроном его высказывание о смерти мозга Альянса. Столтенберг уверен, что Евросоюз не способен заменить НАТО, особенно после Brexit. Он отметил, что самое главное, что может Североатлантический альянс, это дать Европе ядерное сдерживание. Генсек подчеркнул, что хочет услышать аргументы французского лидера в связи с его критикой. Столтенберг добавил, что альянс является очень сильной организацией, получающей много средств, в том числе от США, которые поддерживают Европу, и в самом блоке прикладывается значительно больше усилий для развития, чем в предыдущие десятилетия. Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью, в котором заявил, что НАТО переживает смерть мозга. На этом пока все. Еще больше новостей и информации на нашем сайте военноедело.ком.